Он на горы молиться один уходил, он с небесным отцом там общение искал. Ветер листья олив шевеля серебрил и склоненную голову тихо ласкал. Камни слышали звуки божественных слов, слезы молча впитала сухая земля, и кривые ряды узловатых стволов знали все, о чем сын там отца умолял. И до нас донеслись через седые века Духом Божьим хранимы эти слова. Я читаю, что чья-то писала рука, и склоняется низко моя голова. В свете слова его вижу каждый пробел, каждый промах и каждый уродливый грех. Мог кому-то помочь, не хотел, не успел, поощрить мог, но свой был дороже успех. Потому-то Спаситель молился о мне, знал, что трудно мне будет бороться с грехом. И я вижу его на горе в тишине, и хоть больно и стыдно, я радуюсь в нем. Он как будто бы тихо со мной говорит: не спеши, не заботься, ведь время не ждет. Посмотри, как сияет на солнце гранит, посмотри, как вечерне горит небосвод. Наклонись на пути, чтоб понюхать цветок, чтоб головку ребенка погладить рукой. Не гаси мной зажженный в тебе огонек, пусть течет твоя жизнь полноводной рекой. Я плачу, когда говорит он со мной, непривычная ласка для сердца елей, и на гору свою с тишиною ночной ухожу для молитвы с тоскою своей. Через слово свое он ко всем говорит: пробудитесь, покайтесь, придите ко мне, отзовитесь, пока его голос звучит. Он молился для всех, за всех на горе в тишине.